Мирей, которую специально мы ездили в лес, договаривались с лесниками, которые они могли нам дать. Мы привезли. Два дерева погибло, два осталось, два растут. На базар ходили, покупали. Я персонально ходила, покупала часть деревьев. Позасыхала что-то, понятно. Дети таскали бутылочками. Организация есть у них? Все есть, все документы есть, подписанные нашими. Влажен, влажен, грозаву, да еще там что-то. Дети, я под малышню всю подговаривала. Идете на улицу, возьмите бутылочку воды. Возьмите под дерево, потому что жара. И вот этим, благодаря вот этому деревья выжили. Потому что здесь пекло неимоверное. Здесь вообще дышать летом невозможно. И сейчас приходит какой-то дядя. Мы не там кувар. Тот фурмоз. Да. Даже. Наводим красоту каждый год. Все. Саму я вор спаю. Пет. Ну хорошо, не пришел. Потому что пока мы варимся в своем соку и друг с другом надо юриста найти, заплатим, соберем, ничего не происходит. А есть у меня там 1600. Ну дайте, что только 100 дают. Дайте больше. Unica șansă este să anularea decizii Consiliul Primăriei din 2003. Da. Pentru aceasta trebuie să găsim un avocat pe care firește, el trebuie să plătit, ori dacă se găsește cineva un om bun. Merge în instanță, dar de ce? Trebuie să găsesc unul care să fie доктор. Сейчас нам нужен сюда какой-то грамотный человек, иначе мы здесь ничего не решим. Найдем. Давайте кто-то ищите, соберем там поскольку, господи. То у меня не мурмы, пусть это я. Насколько я понимаю, должно прийти официальное заявление от примарии на наше письмо, которое мы написали, подписали и отправили. А еще нету? Нет, 5 апреля мы отправили, в течение месяца мы должны получить ответ. Как только этот ответ мы получаем, если он положительный, в нашу пользу, все хорошо. Если он все-таки отрицательный и разрешено строительство, мы идем в суд.